Смотрите, какая у нас картинка. Она сейчас не цветная, но мы с вами ее будем делать цветной. Давайте посмотрим, что здесь нарисовано. Вот такой вот тренер со свистком учит своих учеников. И вот ученик, которому он что-то говорит, объясняет. Как вы думаете, каким это они видом спорта занимаются? Давайте посмотрим, что тут есть. Такое футбольное поле, трава и ворота. Значит, они занимаются футболом. Но сначала не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну что, начнем? Вот такие вот у меня карандаши цветные. Здесь очень много цветов всяких. Давайте выберем сначала один, который мы будем... Давайте сначала раскрасим траву. Выберем зеленый цвет. Где здесь зеленый цвет? Правильно, тут два зеленых цвета. Я взяла два цвета зеленых. Один светло-зеленый. И вот такой еще. Зеленый потемнее. Они отличаются. Видите, разные. Тут светлые. Так, сначала раскрашу поле. Разукрашу. Пишите, вы любите разукрашивать. И вот такие травинки я их буду делать вот таким цветом. Сейчас мы еще у ворот раскрасим травинки. Такие вот травинки у нас получились. Теперь поле футбольное сейчас раскрасим. Зеленым цветом это ежик. Как вы думаете, какие у ежика цветом иголки? Пишите. Получилось. Давайте с вами тренера будем раскрашивать. Вот такой я цвет взяла. Как вы думаете, какой это? Коричневый. Будем красить его коричневым цветом. Сначала я ему... А футболку я ему покрашу другим цветом. А вы занимаетесь каким-нибудь видом спорта? Или вообще, какие у вас увлечения, чем вы занимаетесь? Может, вы футболом занимаетесь, как вот здесь на картинке? Или, может, вы вообще любите рисовать? Или еще что-нибудь? Пишите в комментарии, чем вы любите заниматься.
как-то раскрасила. И стерео вот здесь еще. Хотите, я вам прочитаю какой-нибудь стих? Или лучше не надо? Ладно, не буду. Почти накрасила. Сейчас будем с вами выбирать другой цвет уже. Когти каким ему цветом будем красить? Так вот получилось. Когти мы ему оставим белым цветом. А сейчас я выбираю желтый цвет. И мы сейчас будем красить. Так вот. И вот здесь вот желтым цветом покрасить. Такой вот яркий желтый цвет. Пишите, какой у вас любимый цвет. Какой вам нравится, пишите в комментариях. Желтый. Или какие-нибудь другие цвета. Может, вам тоже желтый нравится. А может, какие-нибудь еще другие цвета. Любимые, какие у вас. Таким вот мы красим цветом. Такая у нас уже с вами получается там картинка разноцветная. Здесь тоже ему желтым покрасим. Таким когти мы ему белым оставим. А здесь желтым. Так. И опять берем коричневый и красим коричневым цветом. Ну вот, мне еще осталось чуть-чуть тут накрасить. Как вы думаете, каким цветом сделать тренеру волосы? Я думаю, нужно сделать какие-нибудь. Давайте сделаем каким-нибудь тренером современным. Какой-нибудь сделаем вот такой необычный цвет волос. Я сейчас подумаю, какой, и скажу вам, какого цвета я буду делать цвет волос. Сейчас ему только уши докрасим. И будем ему делать... красить волосы. Вот я уже покрасила. Сейчас я ему сначала нос покрашу. Нос у меня будет черного цвета. Вот здесь вот. Такой вот цветом носик. А здесь мы ему сделаем другого цвета. Коричневого будет. Такой вот коричневый цвет. Такой у него получился носик. Глазки у него будут синего цвета. Такие у него синие, голубые глаза. Ну что, я придумала, какого цвета я сделаю ему волосы. Вот такого цвета. Это... фиолетовый цвет. У него будут фиолетовые волосы. И такие вот яркие
необычного цвета волосы, фиолетовые. Такие у нас получились волосы, и осталось нам тренеру только раскрасить футболку и свисток. Красим свисток оранжевого цвета. Такой яркий у нас будет свисток оранжевым цветом. Такой получился. И голубого цвета продолжаем красить свисток. Весь он будет голубого. А футболка мы сделаем. Футболка у нас будет красная. Такая яркая футболка красного цвета. Такой вот яркий красный цвет у нас получается. Сделаем полностью футболку красного цвета. Хотя можно ее было сделать двух цветов, например, красного и синего. Или еще какого-нибудь. У нас тренер получился. Теперь будем делать ворота красить. Сетку мы оставим белой. А эти покрасим вот таким вот цветом синим. Какой у нас получается синий цвет. Такие у нас ворота получились. И сейчас будем красить камень. Кину его будем цветом голубым. И еще каким-нибудь. Посмотрим сейчас. Думаете, какого цвета бывают камни? А камни бывают всяких цветов. Так что его можно красить таким цветом, какой вам понравится. Я вот выбрала голубой. И еще сейчас какой-нибудь выберу. Выберу еще поярче голубой цвет такой. Этот у меня как уже голубой, на синий больше похож. А есть у меня голубой вот такой вот, посветлее. Вот сейчас увидите. Видите, он ярче. И таким вот раскрашу. Получится у меня такой камень голубой и синий. Они цвета похожи. Отличаются только чуть-чуть совсем. Такой получается. И останется нам сейчас кого раскрасить. Правильно, ученика ёжика. Сейчас мы его с вами будем красить. Иголки его надо покрасить. Даже не знаю, какого цвета иголки покрасить ему. Давайте ему сделаем иголки с вами желтого цвета. У нас будут желтые иголки. Такие иголки у нас получаются. Яркие, желтые.
Так вот получились у нас иголки. Дальше мы ему покрасим носик. Носик у нас будет черный. А сам ежик у нас будет оранжевый. Такого оранжевого цвета. И еще чуть-чуть осталось вот здесь покрасить. Теперь будем его ботинки красить. Сейчас подошва у него будет синего цвета. Такая вот подошва. А сами ботинки мы покрасим ему другой цвет, более яркий, чтобы они отличались. Подошва будет одного цвета, а сами ботинки будут у нас с вами другого цвета. Теперь ботинки будем красить красные. Они у нас будут яркие красные ботиночки. Такие вот получаются. Еще один ботинок осталось вот этот докрасить, и все. Вот такие у нас красивые ботинки получились. Сейчас мы ему пояс сделаем. Пояс сделаем зеленого цвета. А бляшку голубого. Вот. И будем делать ему шорты. Они будут такие ярко-розовые. Такие красивые шортики у него будут розового цвета. Как у всех футболистов, которые занимаются футболом, у них есть форма. В чем они занимаются? Это футболка, шорты и... Думаете, что у них еще есть? Перчатки, правильно. Перчатки и бутсы, в которых они бегают по полю. Вот такие у нас шорты получились. И футболку мы красим тоже розового цвета. Только другого оттенка, чуть-чуть потемнее. Тот розовый был поярче, а этот розовый. У них потемнее чуть-чуть, или даже наоборот, он поярче, а тот посветлее розовый. Вот такая у него форма получилась, футболка и шорты. Форма футболиста. Давайте еще ему перчатки сделаем такие поярче, с красным цветом добавим. Чтобы у него перчатки чуть-чуть отличались. Такие яркие у него перчатки будут. В
Наш футболист почти готов. Сейчас я вам покажу, какой полностью рисунок получился. Так, сейчас еще травку докрасим вот здесь поярче. Зеленый. Вот такой у нас получился. Цветной уже. Тренер с футболистом, ворота и футбольное поле. Ребята, пишите, понравилось, как я вам его... разукрасила, какой он у меня получился цветной. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, если вам понравилось видео, и пишите комментарии.